Итак, начнем по порядку. Вот это вот посылка с GearBest. Вот. Она так приоткрыта. Это антимоскиточка. Но я ее покупал, это $1, по-моему, но стоило ее заказать ради переходника Glaucoma. Хороший переходник, кстати, он мне нравится больше, чем, я не знаю, говорят, что он из пластика хуже сделан, что пластик такой может гореть. Но мне вот эти переходники, они намного удобнее, чем переходники, которые ложит Xiaomi к своим телефонам. То есть, ну, почему-то мне он больше нравится. Вот. Ну и эта штука, она снимается, у нее решетка, нет, решетка не снимается. Должна быть подсветочка, мы уже брали такую, только с евро вилкой. Вот, теперь пришла еще вот такая вот. Пригодится летом. Однозначно. Вот, где-то в обзорах у меня уже есть, я подобную проверял. Как она работает. Отвертку в нее не тыкал, но просто включал посмотреть, как она светится. Итак, это есть. Далее, давайте с мелочи начнем, потом закончим покрупнее. Вот эта вот штука, это скотч вот такой вот расцветки. Это заказывала у меня племянница. Давайте мы на него посмотрим. Вот так вот выглядит скотч. Небольшой рулончик. Ссылка будет в описании. Я немножко отдеру. Он бумажный. То есть на нем еще можно писать. Липнет хорошо. Вот я его прилепил к пальцу, он не отлипает. Вот. И такой же. Только другой расцветки она еще взяла. Сейчас посмотрим. Где же? Вот, вот такая вот расцветка. Давайте этот отложим. А второй посмотрим. Вот такой еще. А, здесь рыбки. Рыбки фугу или как их там называют. Интересный скотч. Племянница для каких-то поделок заказала. Вот в таких вот он коробочках. Это заказывалось на AliExpress. Сейчас я поменяю позицию, чтобы тень не падала на посылке. Итак, далее. Ну, вот эта вот штука на GearBest, я ее заказывал. Был обзор на Муське, по-моему, на эту штуку. Вот, штука классная, но металл, качество металла такое подгуляло. И человек там им пользовался и отломался, по-моему, трос возле окончания. Но, я так понял, тот человек, который делал обзор, этим занимается ежедневно, ему что-то надо крутить. Там, может, механик какой-то, вот, где-то в машине там крутил. Мне же, я думаю, пользоваться этой штучкой не часто нужно будет. Просто так пусть лежит, я думаю, когда-нибудь пригодится. Сделано неплохо так, ну, качество может быть пострадать. Итак, далее у нас давайте посмотрим на вот такие вот очечки. Это тоже заказала племянница на AliExpress в виде сердечек. Хорошо упакованы. В несколько, вот такая еще воздушная штука тут. Они тоже там очень дешево стоят. Не помню, там что-то около несколько, может, $1, 2. Ссылка будет в описании, точно не помню, не скажу. Вот, неплохо сделаны. Такие простенькие, тонкий металл. Вот, симпатичные для девочки. Я думаю, подойдет.
отдали. Наушнички самые обычные с GearBest, я не помню, там за несколько центов, может, до доллара, в общем, точно. Прикольно сделано, кстати. Он, off, они включаются, выключаются, то есть... Вот здесь выключатель on-off, когда нажимаешь на него, он щелчок такой создает. Провод длинный. Сделано довольно-таки качественно для его цены. Оплеточка, оплетен он. Еще в оплетке. И здесь он в шнурках. Вот, послушал только что их, ну, обычные наушники китайские, то есть ничего такого особенного я не услышал. Ну, играет громко и так неплохо, то есть можно использовать. Вот, ссылка будет в описании, вообще за какие-то копейки они покупались. Далее вот это вот на кран насадка. Давайте с этой стороны откроем. Насадка на кран, она якобы должна светиться от... воды, какая горячая вода течет или холодная, и этим цветом она должна светить, или просто светить одним цветом, я не помню. Здесь вот прокладочка, вот такая сеточка, фильтр, вот так это выглядит. Сейчас в конце попробуем ее просто не вкручивать, а просто приставим к крану и посмотрим. Вот, далее у нас вот такие вот Air Travel ниппеля, да, то есть они должны показывать, сколько в шинах давления. Уровень красный, зеленый. Люди писали, что довольно-таки неплохой, я их открывать пока не буду, чтобы не потерять. Вот, ну, в коробочке как они выглядят, вот так можно посмотреть. Вот, ну и последнее, это подставочка, давайте посмотрим. Для планшета, для ноутбука. Вот здесь прорезиненные ножки. Они наклеены на какой-то черный, на черном пластике. Немножко отклеивается. Подставочка такая большая, интересная. Это для планшета. Вот эта вот площадка прорезиненная тоже. Но здесь уже резина. Здесь как такой мягкий материал, как типа скотча двойного, только не липкий. Вот, такая пена. Вот, а здесь именно резина уже. Вот он выпрямляется полностью. И вот так вот получается. Давайте попробуем взять планшет и посмотреть, как это будет. Доставать его из чехла не буду, то есть он в чехле. Вот. Кстати, вот здесь тоже вот эти ножки, они тоже прорезиненные, чтобы планшет не скользил. Вот так это выглядит. Вот. Устойчиво. Можно отредактировать угол. Прикольно. Хорошая штука. Пробовал подставить просто под кран его, ничего не происходит, ни цвет не меняется, ничего, просто, ну, вода льется во все стороны, поэтому я думаю, для того, чтобы он хорошо работал, его нужно вкрутить куда-нибудь. Но у меня пока нету куда его вкрутить, я подумаю, куда может быть вкрутить, и сниму отдельно видео, если вкручу его куда-нибудь. Вот, ну, пока он полежит до лучших времен. Вот. Вроде бы все. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!